Торжественное построение личного состава сотрудников погранслужбы в Сочи и вручение заслуженных наград – традиционное мероприятие в канун профессионального дня защитников границы. В этом году сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю празднуют 99-летие со дня образования пограничных органов. За минувший год, охраняя внешнюю и морскую границы, это свыше 970 километров, сотрудниками службы были также задержаны два десятка нарушителей государственной границы. Пресечены контрабандные перемещения наркотических средств и оружия. Год действительно получился у нас плодотворный. Основная задача, поставленная перед нами руководством пограничной службы ФСБ России, была выполнена на сочинском участке. Мы не допустили безнаказанного нарушения государственной границы. Более 2500 граждан было привлечено к административным наказаниям за нарушение правовых режимов. Около 2000 граждан было привлечено за нарушение режима государственной границы. Отдельная благодарность от руководства отличившимся сотрудникам. Причем грамоты и дипломы достаются и четвероногим защитникам границы. Этот пес задержал преступника, а эта дама по кличке Бона обнаружила в багажнике автомобиля патронаж. На службу в погранорган из ПНЛ привела ее хозяйка. С того момента прошло 6 лет. Все вместе проходили все тяготы. Вот сейчас уже взрослая, уже как бы характер сформировавшийся. В плане работы это все в игровой форме происходит. Ей непонятно, что работает, не работает. Она и для нее игра. Играл в этот день для героев пограничной службы военный оркестр. В холле Зимнего театра развернулась выставка новейших образцов вооружения и технических средств охраны государственной границы. А со сцены с профессиональным праздником пограничников поздравил глава города. Мы себя чувствуем, сочинцы, только увереннее и безопаснее. Даже в мирное время государственная граница является, по сути, настоящей передовой. Мы благодарны пограничникам и за ту огромную работу, которую они проводят во время проведения событийных мероприятий в городе. А их в городе сегодня больше 200. Хочу в преддверии праздника выразить всему личному составу и ветеранам службы, и особенно членам их семей, глубокую признательность и благодарность за ваш опасный и самоотверженный труд. Анатолий Пахомов вручил руководителям, сотрудникам пограничных подразделений и ветеранам почетные грамоты, благодарственные письма и знаки почета за службу. Впереди у пограничников тяжелый курортный сезон, и к нему подготовились основательно. На пешеходном пункте пропуска в работу включены дополнительные 20 кабин паспортного контроля, а на автомобильном введены дополнительные 2 полосы, что значительно увеличит пропускную способность российско-абхазской границы. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.